Всем привет! Я пока в Мексике, записала заранее вам видео, и, собственно, вы сейчас его смотрите. Специально нарядилась поярче, и макияж я сделала тоже очень солнечный и очень яркий. Пусть он рассветит вашу зимнюю сказку. Пусть будет так. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, как вам такой макияж. Подписывайтесь на мой канал и поехали! Итак, мы будем использовать тинт Крыгиной и наносить его на все подвижное веко, растушевывая в подбровное пространство. Конечно, глаза заиграли яркими красками. На нижнее веко также наносим этот продукт. Уже берем мелкую кисточку и оттушевываем. Сначала широкой, затем мелкой. G01 мне нравится для этих работ. А пушистую я возьму G5, либо кисть номер 11. Они похожи, но в связи с тем, что яркие текстуры, я держу в руках две кисти, чтобы легко было растушевать. Пока у меня веко влажное, я нанесу красивые розовые тени из палетки Анастасии Беверли Хиллз Я. Кисть я буду использовать G5, мягкую, пушистую. И закреплю конкреты тенями. На нижнем веке я буду также использовать тонкую кисть и проработаю веко. Уйдем к бровям. Возьмем тинт для бровей в цвете блонд. Сделаю легкие воздушные брови, выложу их в сторону виска. Ну что, берем черный каял, прорабатываем водную линию. Вот смотрите, вот эта кисть шикарно просто работает, потому что она сделана по типу ворса козы, но она идеально тянет именно кремовые текстуры. Это, конечно, крутое свойство. Слегка подтушуем. Мы прокрасили верхние и нижние ресницы. После того, как поставили ресницы, я беру кисть, прошу модель закрыть глаза и по верхним ресницам прокрашиваю тоже тушью, для того, чтобы клей не блестел. Можно это сделать гелевой подводкой или каялом. Еще раз приподниму ресницы, даже не прокрашиваю, видите, а просто вот приподнимаю. И, вернувшись к теням, почищу всю тушевку. Проработаем пудрой под глазами. Пудра у меня Laura Mercier и кисть G6. Боже, боже, это восхитительно. Ла-ла-ла. Не знаю, как это получится. Будем с вами экспериментировать. Надеюсь, я все не испорчу. Я попыталась нанести этот конкрет просто адский на губах. Я попытаюсь сейчас нанести румяна кремовые слегка, чуть-чуть.
Он сильно, я адский, потому что цвет нам не подошел, и он очень-очень сильно подсушил неровности на губах. Сейчас же зима, и очень много шелушений. Ну, вот так вот, мне кажется, неплохо. Если вы хотите посмотреть, как же у меня там прекрасно все в Мексике, то я наверняка скоро выложу влог. Хотите ли вы его, пишите в комментариях, а также приходите в мой инстаграм, смотрите, как я путешествую прекрасно по стране, показываю вам стори, красивые кадры. Ну и, конечно, мне хочется спросить, как вам этот макияж, понравился, нет? Он необычный для моего канала, поэтому я очень жду вашего одобрения. Скажите, хочется такие немножко яркие, креативные макияжи или опять перейдем с вами в нюд? Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, жмите на колокольчик, переходите ко мне в инстаграм. В общем, я от вас жду большой-большой активности.